Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Судьбоносный день 8 апреля, полное солнечное затмение. Как этот день изменит жизнь, узнаете в этом видео. Затмение Солнца – удивительное астрономическое явление, происходящее в момент, когда Луна располагается прямо перед дневным светилом, закрывая его от Земли. Оно относится к относительно редким событиям, поскольку для его повторного наблюдения в определенной местности должно пройти несколько лет. Однако, несмотря на свою красоту и важность для науки, изучающей солнечную атмосферу, это мистическое происшествие с давних пор вызывает у людей опасения и страх, поскольку нередко ассоциируется с катаклизмами и различными происшествиями. Однако бояться этого периода не стоит. Затмение 8 апреля станет сложным, но достаточно продуктивным временем, позволяющим вам внести в свою жизнь кардинальные перемены. Какое влияние окажет грядущее затмение? Период, когда Луна закрывает Солнце, всегда сопровождается необычными явлениями. Средь бела дня перестают петь и летать птицы, проявляют беспокойство животные, реагируют на затмение люди. Именно в эту пору чаще всего ощущается тревожность, упадок сил, недомогание и другие неприятные ощущения. Усиливается раздражительность, вспыльчивость, из-за чего повышается риск конфликтных ситуаций, а любое недопонимание может обернуться серьезной враждой. Поскольку солнечное затмение 8 апреля закрывает коридор затмений, вы получаете шанс завершить трансформации, начатые 25 марта. Если вы воспользовались всеми рекомендациями, связанными с этим днем, вас ждет период обновления, а открывающиеся возможности позволят достичь новых горизонтов. Обратите внимание, поскольку Луна будет находиться в знаке Овна, вы ощутите прилив сил, готовность к переменам и активным действиям. Однако не принимайте спонтанных и поспешных решений. Суетливость помешает вам трезво воспринимать реальность, из-за чего вы можете совершить ошибку, о которой пожалеете позже. Это солнечное затмение способно привлечь к вам важные и значимые события, поэтому будьте внимательны и не упустите подсказки судьбы. Помните о том, что ваши действия, совершенные сегодня, способны повлиять на будущие события, напоминая себе даже спустя несколько лет. Кроме того, поскольку Солнце в этот период находится на пике своей активности, его энергии значительно усилят происходящее, активируют кармические законы. При этом, хотя увидеть это природное явление смогут только жители Северной и Центральной Америки, а также некоторые европейские государства, его влияние ощутят все жители планеты. Поэтому крайне важно провести день правильно, следуя всем рекомендациям и подсказкам судьбы. Тогда оно обернется для вас благом. Что не стоит делать в день солнечного затмения? Поскольку в эту пору эмоциональный фон значительно повышается, постарайтесь избегать необдуманных действий, избегайте конфликтных ситуаций и не принимайте важных решений. Сохраняйте спокойствие, действуйте размеренно и спланированно. Кроме того, сегодня не стоит совершать следующие действия. Занимать и одолжить деньги, принимать решения, основанные на эмоциях, тратить крупные суммы денег, подписывать документы, если они не были изучены и проверены заранее, отправляться в поездки, переходить на новое место работы, осуществлять косметические операции, заниматься посадкой растений, участвовать в массовых торжествах. Как провести этот день? Энергия этого дня будет способствовать пробуждению интуиции и творческих способностей, поэтому будьте готовы к неожиданным идеям и вспышкам озарения. Чтобы не упустить открывающиеся перспективы, прислушайтесь к себе и выберите занятия по душе. Возможно, вы захотите освоить новые навыки, присоединиться к любительской мастерской, либо вернуться к своим давним увлечениям. Кроме того, в эту пору будут полезны следующие действия. Примирение с близкими, если ранее между вами произошел конфликт. Общение с друзьями и родственниками, особенно если среди них есть дети. Завершение старых дел, особенно если вы длительное время откладывали их на потом. Прогулки на свежем воздухе. Составление плана, визуализация позитивных изменений, которые вы ожидаете в будущем, медитации, проведение светлых ритуалов. Приметы дня. С давних пор с днем солнечного затмения связано множество народных примет, актуальных и сегодня. Одна из них гласит, что предложение руки и сердца, сделанное в момент, когда Луна почти скрыла Солнце и видны всего несколько лучей, обязательно будет принято. Однако для земледельцев это явление отнюдь не связано с романтикой, поскольку, согласно поверьям, в местности, над которой оно произошло, будет неурожай. Если же что-то и уродится, сохранить выращенное не удастся. Также до нас дошли следующие наблюдения. Если вы попали под дождь или случайно пролили воду в день солнечного затмения, это хороший знак, тяжелые времена закончились, и вскоре вас ждут положительные перемены.
Запнуться или еще хуже подвернуть ногу 8 апреля означает, что вы выбрали не самый лучший способ достичь цели. Пошли по неверному пути. То же значение имеет и порвавшаяся в эти сутки обувь. Обещания, данные в этот день, вряд ли удастся сдержать, поэтому от них лучше воздержаться. Время полного солнечного затмения, даже если в вашем регионе наблюдать его не получится, наполнено особенно сильной энергетикой, позволяющей вам повлиять на настоящее и будущее. И издревле в эту пору проводили обряды, направленные на очищение и привлечение в свою жизнь всяческих благ. Это можете сделать и вы, воспользовавшись одним из магических способов изменить свою жизнь. Привлекаем удачу в любви. Для проведения ритуала вам понадобится немного простой воды – соль. Приступайте к магическим действиям в период затмения, который начнется 19:39 и завершится 22:55. Особенно сильной будет максимальная фаза, которая начнется 21:17 и продлится чуть больше 4 минут. В выбранное время наполните емкость водой. Бросьте туда несколько крупинок соли. Размешайте. Далее скажите: «Соль в морских глубинах лежала, часа своего поджидала. Время настало, мой дом она попала. Мне на помощь пришла, любовная неурядица забрала. Теперь мне удача благоволит, счастливая любовь в мою жизнь приходит». Говорим 3 раза. После произнесения подержите емкость в руках, представляя, как ваша неурядица перетекает в воду, после чего выплесните ее на землю. Если это по какой-либо причине невозможно сделать, выплесните жидкость в раковину. Привлечение изобилия. Для ритуала вам понадобятся самые крупные монеты, какая найдется в вашем кошельке. Во время солнечного затмения положите ее перед собой на стол, поставьте рядом зажженную зеленую свечу. Теперь возьмите целый лавровый листок, подожгите его, положите пепельницу. Следите, чтобы он не разгорался, а слегка тлел, создавая дым. Теперь возьмите монету, трижды пронесите ее сначала над огнем, потом над дымящим лавром и скажите: «Дымом денежную монету очищаю, в талисман ее превращаю, богатство и удачу в дом пускаю, истина». Говорим 3 раза. Когда лист лавра догорит, потушите свечку, монету уберите в бумажник или кошелек, положив отдельно от остальных. Тратить ее нельзя, чтобы не потерять расположение фортуны. Очищение от негатива. Вам понадобится 7 свечей. Примерно за 20 минут до начала затмения зажгите их и расположите так, чтобы они образовали круг. Далее. Сядьте в удобную для вас позу и постарайтесь отпустить все мысли. Теперь вспомните обо всем, что в последнее время причиняло вам боль или становилось причиной переживания обид. Мысленно поместите неприятности между собой и пламенем и постарайтесь простить тех, кто стал их причиной. Если вы не можете это сделать, сосредоточьтесь на освобождении от обид и злости, так как эти эмоции вредят вам, а не обидчику. Теперь вспомните ситуации, в которых вы сами могли стать причиной обид других людей. Мысленно попросите прощения у всех, кто мог пострадать от ваших действий. После этого четко произнесите вслух: «Проблемы убираю, неудачи прогоняю, страхи и беды в прошлом оставляю». Говорим 3 раза. После этих слов визуализируйте свое счастливое будущее. Сосредоточьтесь на образах, появившихся в воображении. Удерживайте их в голове, пока свечи не погаснут.